Короче, у нас утро начинается вот так вот. Вот. Это мой дом, я имею право снимать. Снимать. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит с 7:30 утра. А вы кто вообще? А вы кто? Я здесь живу. Молодцы, мы рады за вас. А вы кто? Какая разница? Представьтесь, пожалуйста. С чего вдруг? Ну что вы здесь делаете? Что здесь? Скажите, а у вас совесть вообще есть? До свидания. Вот посмотрите, пожалуйста, повестки. Вы женщина, у вас есть мать? У вас есть дети? А что это вы стесняетесь? Почему мужчин тормозите? Просто вы вообще кто? На основании чего вы здесь находитесь? Успокойтесь. И идите своей дорогой. Если вы не согласны что-то, можете написать заявление. Вот да, я не согласна. Вот такие вот люди.